Плохо, когда нету это слуха и голоса. В хоре-то там хорошо, там как бы тебя ведут голоса остальных. И как бы встраиваешься, и там же не выделяешься, а просто это, держишь это, уровень подпеваешь. А здесь просто вот надо это как бы учить, потом 6 на день этого поедем в Шилку, день железнодорожный день города, там 8 песен аж будем петь, ну по 3 блоками, у них концерт свой будет, и нас туда они пригласили, вот там одна припев: Россию строят мужики и ворят стали, землю пашу. Россию строят мужики и берегут Россию нашу. И от заката до зари, и от зари до самой ночи, соленый пот и соль земли Россию строит люд рабочий.